Это лекция «Ярмо неба». Выступает Раби Мейр Кахане. Раби Кахане получил посвящение в Ешиве Мир, а также он окончил факультет права Нью-Йоркского университета, где получил степень магистра международных отношений и права. Раби Кахане посвятил всю свою жизнь еврейской проблематике. Он также является основателем Еврейской лиги обороны и движения КАХ. Перед последними выборами стало очевидно, что Раби Кахане имеет в Израиле большую поддержку. Опросы показывали, что он мог получить до 200 тысяч голосов. К сожалению, партия была запрещена. Тем не менее, ключевые вопросы, которые в еврейском обществе считались запретными, благодаря ему, были вынесены на общественное обсуждение. Раби Кахане также возглавляет Ешиву «Еврейская идея» в Иерусалиме. Итак, я очень рад представить вам Раби Мейра Кахане. Всемогущий раскаялся в том, что создал четыре вещи. Ишмаэля, что понятно, халдеев, также понятно, поскольку они сожгли Иерусалимский храм, склонность к злу, что тоже очевидно, и изгнание. Он раскаялся, что сотворил изгнание. Это несколько сложно понять. У изгнания есть причина. Если еврей грешит, он подвергается наказанию. И изгнание — это наказание. Хотя это проклятие, у него есть причина. К счастью, когда еврей грешит и подвергается наказанию, у него есть возможность вернуться к религии. Ответ в том, что Всемогущий в итоге понял, что изгнание не только не сделало еврея лучше, но произошло самое худшее. В изгнании из-за изгнания исказилась сама истина Торы. Всемогущий никогда не планировал, чтобы евреи жили где-либо, кроме своей страны, земли Израиля. Когда я был здесь последний раз, я много говорил об этом, и поэтому не хочу углубляться снова. Но очевидно, что когда Всемогущий вывел нас из Египта, он не сказал после этого: «Идите куда хотите, хоть в Бруклин». Всемогущий настоял на том, чтобы еврейский народ отправился только в одну страну — землю Израиля. Те евреи, что отказались, погибли. Мидраши говорят, что выжила только 1/5 всех евреев, хотя по другим источникам 1/15 и даже 1/500. В лучшем случае, самом лучшем случае, выжила 1/5, все остальные, кто отказался покинуть Египет, погибли.